Здравствуйте, дорогие друзья. На днях мне попался набор от Ампирки йода. Значит, в этом наборе находится плата Искра.js. Это микроконтроллер, программируемый на JavaScript. Вот. Также в комплект входит тройка Shield. Это специальная плата для упрощения подключения модулей. Вот эти вот модули всевозможные. Вот. Но единственное, значит, эти все модули старого образца. Значит, как определить, что это модули старого образца? Это просто. Переворачиваем модуль и видим, что у этого модуля всего один разъем с одной стороны. А у современных модулей, у Ампирки, два разъема. Значит, в первом наборе это несущественно, так как модули подключаются посредством шлейфа, ну, таким образом, через тройку Shield. Но у Ампирки есть второй набор. Называется Yoda Интернет вещей. Значит, в этот набор входит такой слот. Называется тройка слот Shield. Значит, он предназначен для монтажа датчиков на плату без проводов. Вот. То есть снимаем тройку Shield, ставим тройку слот Shield, вот, и устанавливаем датчики. Вот таким вот методом. Ну, соответственно, это я так наобум поставил, так нам нужно смотреть, какие разъемы отвечают за какие пины. Но, значит, есть такая проблема. Значит, если у вас старые датчики, старые кнопки, то когда вы поставите в тройку слот Shield, то при нажатии у вас они будут качаться. Вот. Что не происходит с современными датчиками, так как они имеют два разъема для крепежа. Один разъем контактов, а другие пустые. Но я нашел выход из этого положения. В 3D-компасе я начертил вот такую вот прокладку. Значит, вот так она выглядит уже в распечатанном виде. Значит, ставится она следующим образом. Значит, мы берем кнопку, допустим, вставляем, ну и дальше мы подсоединяем к тройке слот Shield, и у нас кнопка уже не качается. В общем, я распечатал несколько штук, поставил, довольно-таки удобно. То есть сейчас на вторичном рынке часто встречаются старые датчики, там, светодиоды и тому подобное. Вы можете скачать 3D-модель вот этой прокладки. У меня, значит, подсылка под видео, распечатана на 3D-принтере, и уже как бы облегчить работу со старыми датчиками Ампирки. Вот на этом у меня все. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Ставьте лайки, дизлайки, кому не понравилось, кому понравилось. Вот. До свидания.